Привет! Вы на канале Team Vita и Маша. Привет, друзья! Сегодня у нас бой на большой арене между Ахиллесом Зет и Луинором Четвертым Кровавым. Мы решили, что именно для этих бэев нужна огромная арена, чтобы посмотреть всю их силу. Хотите узнать, как я делал эту арену? Посмотрите по вот этой ссылочке. Вот такие два серьезных у нас соперника. И у нас будет два боя. Почему два, сейчас объясним. У Ахиллеса раскручивается наконечник. Да, он изменяется. Сейчас посмотрим, как он изменяется. Он может становиться выше и становиться ниже. Так вот, у нас сейчас будет два боя. Сначала с низким наконечником, а потом с высоким наконечником. И мы посмотрим, кто же в этих битвах победит. Ахиллес или Луинор Четвертый. Ну что ж, к бою? Давай. Итак, первый бой у нас будет с Ахиллесом, у которого наконечник... Низкий наконечник. И мы сейчас посмотрим, как закончится этот бой. Раунд первый. 3, 2, 1. Так, Луинор сразу пошел в нападение. Давай, ну пожалуйста, победи. Очень. Маша очень сильно болела, но Луинор остановился. Ну что ж, пока мисс 1-0. Раунд второй. И к бою. 3, 2, 1. Так, Луинор, давай, я за тебя очень сильно болею. Смотрите, какие атаки у Луинора. Интересно, чем закончится эта битва? Все-таки Луинор опять сдался. Да что ж это такое? Пока у нас 2-0 в пользу Ахиллеса. И раунд третий. 3, 2, 1. Только что хорошая атака. Посмотрите. Луинор со всех сил атакует Ахиллеса. Что же такое? Атаки шикарные, но он останавливается раньше. Ура! Ахиллес победил! А теперь, Тимофей, мы ставим наконечник Ахиллеса выше, но играть им будет Маша, а ты берешь Луинора. И мы посмотрим теперь вот такую битву. Угу. Ну что ж, готовы? Да! Итак, Луинор против Ахиллеса с наконечником, который поставлен выше. Поехали! 3, 2, 1! Давай, Луинор, ну давай! Ахиллесик, ну пожалуйста, выиграй! Ахиллесик, ну пожалуйста, Луинор! Ахиллес победил! Опять Луинор остановился! Да что ж это такое? Неужели он слабее, чем Ахиллес? Я не знаю. Раунд второй. 3, 2, 1. Ахиллесик, пожалуйста, победи еще. В этот раз Луинор не сильные атаки дает Ахиллесу. Посмотрите. Они как одинаково остановились. Да. Это ничья, значит. Нет, Луинор. Нет, мне кажется, все-таки ничья. Тимофей, как ты думаешь? Точно ничья. Точно ничья. Давайте тогда еще раунд. Давай. И еще один раунд. Так, давайте. 3, 2, 1. Кто же сейчас победит? Ахиллес победил. Ребята, я не знаю, как это у нас получается, но Луинор слабее, чем Ахиллес у нас вышло по двум боям. Да. Странно. Ахиллес, ты самый сильный, самый хороший.
Маши, я тебе очень благодарна. У Маши куча эмоций. Но, Маш, мы его еще не сражали с другими волчками третьего сезона. Друзья, напишите в комментариях, у кого Луинор побеждал четвертый. Да, у нас типа... А теперь приветики! Первый привет передаем Айгиз, Андрей, Артем, Вадим, Ваня, Виталий Никифоров. Привет! А теперь приветик Влада Куринай, Дан ТВ, Даниэл, Егор Милинский, Илья. Привет! Два Данила, три Димы. Привет вам! Привет всем вот этим каналам! Привет! Удачного дня! Коля Федоров, Костя, Леша с канала Шуберст, Макс, Матвей. Привет! Веселого настроения! Михаил Домрин, Назар, Никита Калмыков, Никита Палько, канал Раптор 2058, Роман Максимчук. Привет! Привет от нас! Red Eyes, Соня, Роман, Ростик, Руся, Сальвадор с Португалии, а также украинский канал Дани. Привет! Удачных выходных Саше, Вове, Сереже, Саше, Роману, Сергею Бобракову, Славику, Тиме, а также каналу Фаянс ТМ Фэт. Привет! Мы передаем приветик всем-всем-всем. Привет! У нас скоро будут новые распаковки. Подписывайтесь на канал Тим, Виты и Маша. Пока-пока! Пока, друзья!